Елочка, елка, лесной аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка любит красивых детей. Мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка веткой зеленой махнет. Словно в сказке придет Новый год. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас. Та-тай! Лесной аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует вас, радует вас. Радует нас, радует нас. Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте всех! Доброе утро! С добрым утром! И у вас задается вопрос, почему мы начали с этой замечательной песни про елочку? А почему бы и нет? А потому что старый Новый год, друзья, с праздником в нашей студии. Да, Анна Лео, Евгений Заславский, вместе это проект «Облепиха». Вот такая вот... Доброе утро, ребят. Ну, потрясающая песня, с самого утра замечательный клип. Вот мы со Степаном вот так вот, вытянув голову, наблюдали за ним. Вообще, как создалась идея, ну, как возникла идея создать такой именно клип? Такого клипа, именно на эту песню? Нас просто восхищает вот эта вот песня уже давно, она же, вы же знаете, да? Конечно, конечно. И Женя сказала, а давай что-нибудь сделаем такое совершенно здоровское, сделаем какой-нибудь видеоряд, и мы скопировали, записали ее и, естественно, пригласили всех людей. Видите, есть такое дело. Ведь эмоцию счастья ее ни с чем не спутать. Угу. И все в новогодние праздники ведь что? Что? Веселятся и работают. Конечно. И это такой кайф, когда детки, когда взрослые, все чувствуют себя одна. Ань, смотри, Женя, да, что перебила. Мы видели, что в клипе огромное количество представителей челябинского шоу-биза. Многие из них бывали в нашей студии не раз. Скажите, как удалось в одном месте в единое время в предновогодние праздники собрать такое количество безумно занятого народа? Ловкость рук и сила обаяния. На самом деле все очень быстро прошло, и все было прям от начала аранжировки, запись, и потом съемка. То есть все настолько быстро прошло и настолько легко, что... Когда все закончилось, мы прям сгрустнули, что так все быстро. Нет, на самом деле это видно, лица такие настолько естественные, органичные, действительно какие-то праздничные. Но зато это не закончилось, Женя, это есть в памяти, это есть на видео, мы всегда можем это пересматривать. Большое спасибо, что... Это приятно, спасибо вам большое. Что проснулись так рано, пришли к нам в гости. С наступающим вас старым Новым годом! И вас, ребята!